Привет вас, друзья! Добро пожаловать ко мне на канал. На протяжении почти года мы с вами ждали обновления, которое привнесет нам в игру очень много контента. То есть расширит карту Тайвата не каким-то дополнением вроде горы или архипелага, а принесет нам целую локацию, большую локацию. Завтра у нас с вами будет стрим разработчиков. Я вас жду на этом стриме, и мы увидим наконец-таки то, что ждали. Тем самым мы снова вернемся во времена, когда мы только начинали с вами играть, когда мы сидели с вами часами, не выходя из Genshin Impact, и не из-за того, что мы бегали и собирали руду, а постоянно открывали что-то новое, в плане секреток, новые локации, новых противников, новых историй, визуальную составляющую, музыкальную составляющую, новое оружие, новые герои, каждый найдет что-то свое. Из-за этого мы и влюбились в эту игру, постоянно верим в нее и надеемся, что будет все хорошо, и наконец-таки наши надежды оправдались. Наконец-таки мы получим то, что ждали. Да и при том у Михуё осенью появятся конкуренты, которые, возможно, откусят часть онлайна у Genshin Impact. Хотя визуально они там уступают, да, но в целом они могут привлечь другими какими-то моментами, которые перетянут часть игроков. Да и многие игроки ушли уже из проекта, не дождавшись такого глобального контента. Да, конечно, много работы было проделано на протяжении этого почти года, но самое, наверное, запоминающийся это вот предыдущий патч, который вот сейчас мы играем 1.6. Да, он был такой насыщенный, но достаточно короткий. Если судить по статистике, которая есть сейчас до патча 1.6 и после патча 1.6, она фактически не изменилась. А вот и над Зумой есть все шансы поднять онлайн на уровень, ну, наверное, приближенный к тому, когда у нас вышла сама игра. Во-первых, они переходят на Twitch, я уже это говорил, о том, что будет такой эксклюзивный стрим для Твича, тем самым расширит, конечно же, свою аудиторию. Плюс, второе, привлекают новых блогеров, миллионников, которые будут пиарить их проект. То есть начинается такая глобальная рекламная кампания, потому что у нас стрим обычно выходит за 10 дней до самого патча. В целом стоит отметить, онлайн, конечно же, тут подскочит, я надеюсь, очень жестко, но им надо это поддерживать постоянно на уровне. Да, и Надзума у нас, скорее всего, будет выходить по кускам, как это ранее и говорилось, но в целом, если мы отметим тот фактор, что у нас, если этот кусок каждый будет привносить достаточно много контента, тогда игроки будут постоянно каждый пайт чем-то заниматься, а не заходить в игру на 15 минут. То есть это будет у нас главный стрим и главный патч на данный момент, который выходил в игре. На него делаются очень большие ставки. Надеюсь, они, конечно же, оправдаются. Ну а полноценную картину мы уже увидим в эту пятницу, то есть завтра. Еще раз говорю, надеюсь, я вас увижу всех на моем стриме. На этом у меня все, спасибо, что смотрели, пишите ниже, что вы об этом думаете, не забывайте, у нас есть Дискорд-канал, а также группа ВКонтакте, подписывайтесь на них, чтобы быть в курсе событий, да и почаще бывайте на стримах, там мы обсуждаем очень важные темы касаемо игры. На этом у меня все, спасибо, что смотрели, всех благ вам, пока-пока.